Уважаемые зрители, дамы и господа, добро пожаловать на карту от подписчика. Очень необычную карту, потому что это разговорная карта от подписчика, где мы будем разговаривать с подписчиком. И вы не поверите, но это снова карта от чувака под ником GoGlogLolo. Он мне отправил, наверное, вот как раз-таки 6 карт подряд в октябре прошлого года. И мы снова играем в его карту. Мистер GoGlogLolo, спасибо тебе большое, у тебя очень крутые карты получаются. И как раз-таки предыдущая карта, в которой мы играли с лазерами, это была карта от него. И здесь у нас теперь разговорная карта. Привет, Кейн, я GoGlogLolo, Чанки 25, режим Adventure. Adventure стоит, яркость 100%, Optifine, все включено. Поэтому, господа, первый вопрос. И разговор начинается с 1 плюс 1 равно 2. Что ж, друзья, молодец, Кейн, спасибо большое. Надеюсь, вам понравится сегодняшний видос. Вы поддержите его вашим Лукасом вверх. Давайте наберем 1 плюс 1. Ну, это получается 2 Лукаса. И рандомный коммент залетает от Картофахахаф. Картохав 4199 и пишет: смотрю Кейна и ем лазанью с приятным тебе аппетитом. Вот что я сказал, не понял, все, короче, давайте приступать. Молодец, Кейн, спасибо большое, давайте продолжать дальше разговаривать с нашим подписчиком. Мне кажется, заметил? О, что надо было заметить? Я ничего не заметил. Окей, хорошо, мне кажется, здесь будут какие-то подвохи. Это не просто разговорная карта будет, потому что GoGlogLolo делает очень необычные карты, поэтому... А я теперь тут. Окей, спасибо, я тебя понял. Это дверь. Да, это дверь, это реально дверь. А это кирпич, обожаю кирпич, друзья. Поэтому за кирпич гигантский Лукас. Хорошо, спасибо тебе, мистер GoGlogLolo. Он следит за тобой. А может не надо? Можно мне спокойно записать видос, чтобы никто за мной не следил? Плиз, я прошу. Ну да ладно, пусть следит. Прикольная у него красная дичь на спине. Окей, воу, воу, они следят за тобой теперь. Окей, хорошо, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Кегля, карман, карандаш, хеллоу, идем дальше. 3 миллиона человек наблюдают за тобой. Я не думаю, что за мной наблюдают 3 миллиона человек. У меня просто 3 миллиона подписчиков за 10 лет накопилось. Но я не думаю, что за мной столько наблюдают. Но, окей, хорошо, 3 миллиона, 3 миллиона человек меня когда-то видели на ютубе за все это время. Это, кстати, очень большое число, это очень много. Это нормально? Страшно, необычно. А это ненормально. Это не страшно. Но это очень необычно для меня. И спасибо вам всем, что смотрели или смотрите мои видосы. Это очень много, друзья. Это 3 миллиона подписчиков, это жесть. Поэтому, блин, я никогда не думал, что до такого числа мы когда-то дойдем. Но я знаю одно. Что ты знаешь, мистер GoGlogLolo? Я знаю, что ты не знаешь, что я знаю, что ты не знаешь, кто я. Я знаю твой ник, но я не... Почему дверь открыта? Я знаю твой ник, но я не знаю реально, кто ты. Но ты делаешь очень крутые карты, мистер GoGlogLolo, поэтому спасибо тебе большое. Я табличка. Дверь открыта, она должна была быть открыта. Или тут происходят какие-то аномалии? Следство уникальной, локальной, универсальной... коммуникации. Так... Что мне это говорит? Абсолютно ничего, идем дальше. А знаешь что? Окей, а что, расскажи мне. Каждое твое действие... Я на всякий случай поворачиваюсь, а вдруг здесь что-то тоже будет, и мы это пропустим. Каждое твое действие с рождения до сегодня... становится интересно. Привели тебя в эту карту. Это на самом деле очень интересно, да? Как так получилось? Вот когда-то 48 лет назад, 50 лет назад я родился, 60 лет назад, и вот теперь я здесь и играю именно в эту карту, и читаю именно эту табличку, которую написал мне именно этот подписчик. Раз это не здорово, друзья, это очень интересно, как так сложилось дело. Каждое действие 3 миллионов человек привели к тебе. Каждое действие 3 миллионов человек привели к тебе. Каждое действие 3 миллионов человек привели к тебе. Окей, ну, я понял. То есть 3 миллионов человек, их действие или мое действие? И мои действия. Окей, я запутался, ну короче, ладно, мы поняли. Каждое мое действие привело к тому, что я делаю это. Это тоже очень интересно, как так сложилось, да? Разные люди с абсолютно разных мест мира, городов и так далее. В итоге теперь... каким-то образом соединены, приконнекчены через интернет, YouTube и карту в Майнкрафте, в игре Майнкрафт, да? Разве это не здорово? Делаю эту карту, пишу каждую табличку. Вот реально сидит человек и делает эту карту. Плюс он делал ее, причем год назад. У нас очень большая очередь на почте, поэтому вот теперь до нее дошел. Я очень надеюсь, что GoGlogLolo смотрит все эти выпуски, которые у нас в последнее время 3 подряд, что ли, его карты были. Это жесть. Это жесть, поэтому, ребят, если вы найдете комментарий мистера GoGlogLolo, пожалуйста, апвоут, пожалуйста, лайк поставьте. Я хочу увидеть, что он пишет в комментариях. Поэтому это не все. Хорошо, а что еще? Ты проходишь эту карту, и этот момент
меняет... и это меняет будущее, хорошо. А, на самом деле, да, эта карта каким-то образом может повлиять на мой день. А потом этот день может повлиять на мои решения в этот день, и эти решения могут повлиять на мои следующие дни. Это, кстати, интересно. Я никогда об этом не задумываюсь, хотя ладно, вру, я иногда задумываюсь о таком эффекте бабочки, можно сказать. Но это очень здорово. Не часто я задумываюсь об этом, но ты прав, мистер Гок, ты прав. Хоть и незаметно и минимально, да, тру, это будет незаметно и минимально, или же наоборот, это может быть заметно и максимально. Посмотрим. Это факт. Это еще какой факт? Ты абсолютно прав. И спорить я, конечно же, не буду. Поэтому, окей, интересно, хорошо. Да, заставляет задуматься. Да, я сейчас задумался. И, возможно, вы, зрители, тоже немножко задумались. Поэтому, окей. Не так ли? Да, я полностью согласен. Не волнуйся, я полностью с тобой согласен. Ноль вопросов. Зацени арт. Окей, вдруг из ниоткуда у нас появился арт. И выглядит забавно. Прикольно. Похоже на реально арт из Майнкрафта, потому что он сделан из пикселей, поэтому окей. О, пустая комната. Пустая комната. Боюсь идти дальше, но да ладно, пошли. Воу, окей, я не ожидал. Окей, хорошо, бу. Хорошо, бу. Специально сделал такой момент. Затаил ожидание, вот здесь пустая комната и бум. Окей, хорошо. Хана пугал, но чуть-чуть. Я просто не ожидал. Это мои братья и сестры. О, привет. Здравствуйте. Кегли, карман, окей, хорошо. А что-то напоминает бедроковый стол. Бедроковый стол, да, что-то такое есть. Вот почему-то как-то мне это знакомо. Не знаю почему, но... Окей, хорошо, кстати. Реально звучит, как будто бы бью стол. Окей, хорошо. Кайф, идем дальше. Кстати, как тебе мои карты? Ну, ты уже, наверное, знаешь мое мнение, они великолепные, очень оригинальные. Каждая карта имеет что-то свое, они не похожи друг на друга. Одна карта это тролль-карта, другая карта была с модами, другая карта с каким-то приключением. И теперь еще вот эта карта, такого у нас еще никогда не было. Поэтому спасибо тебе большое, великолепно. Продолжай, пожалуйста, делать карты. Я надеюсь, так как очередь уже в год, я надеюсь, я буду дальше идти по очереди. Увижу еще твои карты, которые ты уже успел сделать, отправить. Мистер Гоглок, окей? Говорит Гог. Оценка. Мне почему-то кажется, что это не конец, друзья. Мне почему-то кажется, что это не конец. Ну, конечно же, 5. Я бы даже больше поставил, но мне дали печеньки. Окей, что если 4 сделать? Повезло. Неплохо. Не ожидал, но я попытаюсь сделать лучше. Ударь стол за меня, плиз. Ударил стол, хотя я все равно не собирался ставить единицу, но я просто должен был проверить. Спасибо. Ребят, вы думаете, это конец? Я почему-то думаю, что это не конец карты. Цветочек. Это мне? Спасибо. Очень приятно. Я возьму. Не могу взять. Ладно, иду дальше. А, что теперь? Ребята, я же говорю, это не конец. Что-то сейчас еще будет. А ты нашел пасхалку? Конечно же, я не нашел пасхалку. Хотя я смотрел вроде бы назад, иногда вот так вот посматривал, но вроде бы я ничего не увидел. Шучу. Ах, ты шутишь, значит, я же так и знал. Не было никакой или нет. Да камон, ты издеваешься? Трусы с первой карты Гугл. О, мне кажется, я их помню. С первой карты. Что у тебя была за первая карта? Твоя первая карта, это не случайно не та тролль-карта была? Трусы с первой карты. Знаете, что я их одену в честь того, что такие крутые карты этот чувак нам делает. Пусть они остаются аними. А мы мыми. Окей. Пусть они остаются аними, а мы мыми. Гугл-гугл 2021 получается. Окей, хорошо. Выви я... Йоу-йоу, так, тихо, стоп, что? Выви не явы, вывы явы. Так, все понятно, шиза началась. Сори за сломанный мост, ничего страшного, у меня он тоже сломан, не волнуйся, я слишком много карт от подписчиков прошел, слишком много диких ресурс-паков посмотрел, поэтому... Джонни, здравствуй, Джонни. Джонни, ты свободен, окей? Here's Johnny. Погодите, как назывался этот фильм? Я его смотрел, он назывался... я на русском точно не вспомню, я смотрел его на английском. И назывался он... Ребят, как назывался этот фильм? Вы знаете эту отсылку, да? Here's Johnny. Чувак с топором через дверь ломится, да? Я забыл, но я смотрел этот фильм, я смотрел его. Не ломай меня, пожалуйста. Не буду ломать, я в адвенчуре, не волнуйся. Пасхалка? Нет. Осталось 13 комнат. 13, очень милое число. Почему ты именно решил меня оповестить на числе 13? Окей, хорошо. Жаль. Что жаль? Скоро пора прощаться.
А, хорошо. Знаете, что мне напоминает все эти сообщения нашего любимого Кластер Войда? Если вы смотрите стримы, вы знаете, кто это такой. Кластер, привет, если смотришь. Спасибо за игру. Ну как это спасибо? Ну ладно, он просто благодарит. Это не конец. За компанию. Да не за что, тебе огромное спасибо за компанию. 7, скоро конец. Ну окей, перестань. Мне грустно становится. Картошка, алмаз, ракета, Google. Карг. Может быть, надо соединить первую букву, но получается карг. Я не думаю, что это какой-то ребус. Картошка, алмаз, ракета, Google, окей. В этих словах нет смысла, но ты можешь его поискать. Тут нет смысла. Окей, он сказал, что ну окей, ладно, хорошо. Я пытался поискать смысл все-таки. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо за игру. Зачем здесь верстак? Серьезно? Это финиш? Почему тут верстак? Блин, реально, погодите, это реально конец? О, я хотел бы чуть-чуть даже еще поиграть. А, да, это реально конец, это реально финиш. Вау, вот это было оригинально, друзья. Вот это было очень оригинально. Что я могу сказать, посмотрите на это. То есть самая простая карта, карта весит 300 килобайт. Очень мало, я обычно, когда вижу, что карта столько весит, я обычно такую даже не скачиваю, потому что я вижу, ну, ребят, карта в 300 килобайт, там она пустая практически, там ничего нет. Там один какой-нибудь паркур и так далее. Но здесь он мне все объяснил. Он сказал, что это разговорная карта, плюс брал скриншот вот этих комнат, поэтому я решил, окей, хорошо, йоу. Спасибо тебе большое, мистер Гог-Лог-Лоло. Мне сложно выговаривать, потому что букву L не очень хорошо выговариваю, поэтому сложный ник, я буду называть тебя мистер Гог. Договорились? Вау, что могу сказать, это было очень необычно. Спасибо тебе большое, ребят, как вам такая карта? Видите, идеи бесконечные бывают для карты подписчиков. Вы можете делать все, что угодно. Главное, чтобы карта была сделана с, так сказать, сердцем и с крутой идеей, и как бы все. Поэтому вау. Спасибо тебе большое. Ну, а я думаю, да, на сегодня все, господа. Надеюсь, вам понравился сегодняшний видос. Вы поддержите его вашим лакосом. Оставляйте комментосы, подписывайтесь, жмите бубенцы. Ну, а с вами был мистер Кальмар, и всем пока.